На сегодняшней сессии областного совета депутатов внесены изменения у расходную частку бюджета. У вынику поступления у бюджет додатковых сродков повеличены объемы финансования шерогу программ. Наши корреспонденты потекавились под обязанностями. Як чакається, сёлета доходная и адпаведна расходная частка областного бюджета повелічыцца амаль на 90 мільёнаў рублёў. Згодна з рашэннем сесіі, узрастуць расходы інновацыйнага фонду. Вырастуць датацыі ў некаторыя районныя бюджэты. Павелічыўся аб'ём фінансавання праграмы па рамонце дарог. У выніку пераразмеркавання сродкаў узрастуць расходы на будаўніцтва і рэканструкцыю сельскагаспадарчых аб'ектаў з высокай ступенню гатоўнасці, а таксама будаўніцтва камерцыйнага жылля для спецыялістаў, якія працуюць у зонах радыяцыйнага забруджвання. На гэтай жа сесіі прынята рашэнне аб увядзенні понижающих коэффициентов для предпринимальников, которые работают в сельской местности, а также на территории малых и средних населенных пунктов. Необходимость обмеркования этого документа выкликана принятием новой редакции податкового кодекса. Сохранение преференций для индивидуальных предпринимателей, плательщиков единого налога, приведение своего бизнеса на территории средних, малых городских поселений и сельской местности. Если говорить о сумме преференций, то в 2018 году с коэффициентом 0,5 у нас работало 311 индивидуальных предпринимателей. И сумма льгот – это порядка 90 тысяч рублей. Если мы говорим в целом о декрете номер 6, не только для индивидуальных предпринимателей, а в целом для всех субъектов хозяйствования, то это порядка 400 субъектов хозяйствования. И сумма преференций по налогу на прибыль, по единому налогу, по подоходному налогу для индивидуальных предпринимателей – около 3 миллионов рублей. И еще одно питание, которое так само имеет дочинение до финансовой темы. Згодно с решением сессии областного совета депутатов, призначена 131 стипендия спортсменам, которые демонстрируют высокие достижения. У первом полугодии, до речи, их отримывали 115 человек. У приоритете олимпийские виды спорта, где у простунюков Гомельской области недренные выники. За 10 месяцев этого года на официальных споборництвах завоевано 150 медалей. На 20 больше, чем за весь минулый год. Что тычется расходования сродков, отриманных у якости стипендий, неких обмежований нема, только рекомендации. Если спортсмен выявляется спортсмен за нарушение порядка общественной безопасности, да, то есть он, например, там был где-то задержан милицией, либо был задержан в состоянии алкогольного опьянения, либо к нему были претензии со стороны Национального антидопингового агентства, то он автоматически лишается стипендии, и более того, за нарушение спортивного режима, спортивной дисциплины тоже спортсмен лишается стипендии областной. Это четко прописано в положении республиканском о назначении стипендии. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».